Уже 95 лет, счет идет на секунды, а цена промедления порой слишком высока. Городская служба скорой помощи отмечает юбилей. Торжественные мероприятия, посвященные этому дню, прошли в зале ДК «Россия». Здесь собрались сотрудники станции скорой помощи, а также ветераны отрасли. Все эти годы специалисты круглосуточно принимают звонки от тех, кому нужна срочная медицинская помощь. Почти за век техническое оснащение неотложек кардинально изменилось. Сегодня Саратовская городская станция скорой медицинской помощи представляет собой крупное мобильное медицинское учреждение с широким кругом обязанностей. Ежедневно выполняется около 850 выездов. В скорую обращается каждый третий житель города, каждый десятый госпитализируется по экстренным показаниям. На 10 подстанциях в круглосуточном режиме работают 74 выездных бригады. Для всех работников скорой помощи со сцены звучали поздравления. Примите слова искренней благодарности за вашу беззаветную преданность профессии, неравнодушие и отзывчивость, сохранение и приумножение традиций своих предшественников. Пусть успех сопутствует вам во всех начинаниях. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мира и добра. В ходе торжественного мероприятия лучшим работникам отрасли глава регионального Минздрава вручила почетные грамоты и благодарственные письма.